На мой взгляд, весьма интересная книга вот эта «Самоцветная полоса Урала». «2007 год. Маликов, Поленов, Попов, Шукшаев». Книга предназначена, конечно, в основном школьникам, юным геологам, краеведам. Но она полезна всем детям будет. Несколько глав. Глава первая – это минералы, горные породы, геологические процессы, классификация минералов, генезис, происхождение минералов. Вот рассматриваются здесь породы, геологические процессы. Это глава первая. Кончилась. Глава вторая – это геологическое строение самоцветной полосы. Вот рассматривается непосредственно самоцветная полоса, которая начинается примерно вот от Красноуральска и захватывает, идя на юг, вот Режевской район, Артемовский, в общем, идет по Свердловской области и ниже к Челябинской, проходит Челябинскую область и туда, к Казахстану, захватывает Мурзино-Адуйский район, Изумрудные копи Урала. Ну и дальше это Вишневые, Ильменские горы, Качкарский рудный район, Челябинская область. Здесь краткое описание. А глава 3 – это происхождение и распределение самоцветных и коллекционных камней Урала. Строение жил. Формация хрусталеносных кварцевых жил. Глава 4. Самоцветное сокровище Урала. Вот здесь классификация драгоценных и поделочных камней самоцветов по Киевленко. 1980 год. Наш уголовный кодекс сейчас поправил все по-своему. Классификаций, конечно, много было, но самое знаменательное – это классификация по нашему уголовному кодексу сейчас. Группа берилла рассматривается, и конкретно вот адуйские копии, изумрудные копии Урала. Так, отдельно вот здесь про хризу. По Александрите хризоберилы, там изумруд затронут, ну и другие минералы. Минералы касательно месторождений, где они находятся, где их. Посмотреть, почитать. Глава 5. Народни уральских самоцветов. Здесь история открытия, изучения минералов на Урале. Нерзинка и Адуи. Вот Алабашское пегматитовое поле. Дальше где-то... А, ну вот, да, копи коротко описываются. Мокроша, Старцевая яма, Голодная, Старая мыльница, Ватиха, Алабашское поле. Район Мурзинки, также горщики Мурзинки, Рыжаковское жирное поле, ну, в общем,
Ребят, не пожалеете, если приобретете такую книгу. Глава 6. Природно-минералогический заказник Рижевской. Как говорят, это наше все. Вот здесь его границы, правда, они уже поменялись, и поэтому, видимо, что-то свеженькое надо вам посмотреть. Также описываются месторождения Колташинские, копии Мора, из истории некоторые тут рассказы. Липовский участок рассматривается, Адуйский участок. Как открыли коп Семёнинскую. Вот, глава 7. Уральская изумрудная копия. Тоже весьма интересно бывает. Сретенское, Краснополоцкое месторождение. Квартальное месторождение. Залетело с беста. Ну а здесь, значит, глава 8. Страна солнечного камня. Это уже Челябинская область, там Вишневая, горы Потанины, горы. Глава 9. Минералогический рай. Это все по Челябинской. В общем, по Южному Уралу здесь. Так, что-то я тут пропустил или нет? Ельменские горы. Весьма интересен список минералов Ельменского заповедника. Далее, значит, глава 10. Качкарский рудный район. Тоже здесь и фотографии, и минералы, которые там можно встретить. Глава 11. Месторождение горного хрусталя Среднего и Южного Урала. Здесь идет, значит, характер кварцевых жил. Эстафетка, месторождение горного хрусталя. Двенадцатая глава, здесь про Ферсмана описано, ну и других ученых, мужей. В главе приложения юным геологам здесь можно обратить внимание, как подготовиться к минералогической экскурсии. Какое снаряжение иметь с собой, как изучать минералы в природе, ну и краткое содержание минералогических экскурсий, которые ранее были, сейчас не знаю даже, есть или нет. Так, ну вот, интересно, на мой взгляд, такая вот. Такое приложение – это физические свойства наиболее распространенных минералов. И начинается, значит, все о них. Химический состав и твердость, удельный вес, цвет, черта, блеск, спайность, сингония. Видите, какой объемный перечень. Имеет смысл. Словарь некоторых устаревших терминов. Хитник – это человек, занимающийся незаконной добычей камней. Вот так вот. Скоро, товарищи, все под это, все наше население подойдет, под это определение. Если будут править
уголовный кодекс такими же темпами. Все, отличная книга. И вот здесь, значит, если кристаллически идет дымчатый, то могут быть цитрины в этой яме. Или марионы. Но в основном, значит, здесь вот очень... Почему золотуха-то называют? А потому что цитрины были шикарные. До нескольких метров кристаллы золотуха назвали от золотистого цвета. Чернуха от мариона. Понимаешь? И вот эти вот названия, это они все... Ну, как тебе сказать... Кому, как говорится, что фантазия. Да, видишь, это вот змеевики все-таки видим. Ну да, змеевик идет. И вот кварцевая жила. Да. Кварцевая жила. И вот никель еще проявляется тут. Здесь, видимо, все-таки турмалины были. Все-таки проявление никеля, оно зелененькое. Да, да. Сине-зеленое бывает. А видел на липовке какие? Где змеевики, там и холера такая. И вот они, эти деды-то, сигареты-то отойду, они, значит, ориентировались все-таки по микрозанорышам. И вот, если вы, например, замечаете, что маленькая яма, вот особенно это хорошо видно на Алабашке, вот на Богатом болоте, по осевой линии идут. Вдруг маленькая яма, больше яма, еще больше и самая большая яма. Потом вдруг раз, бах, обрыв. И все. А значит, жила выклинилась. Или наоборот, продолжается опять маленькая яма. А как они работали? Вот я тут, когда работал, нашел жилу. Ну, думаю, сейчас возьму. Пошли микрозанорыши, хорошие цитринчики, там берильчик попал. Рою дальше, бах, пустота. А они, оказывается, что они сбоку очень умные зашли. Были. Они брали дудку. Сначала, значит, карьером работали, потом здесь наверняка была дудка. Уходили в дудку, и чтобы не вскрывать полностью всю эту породу лишнюю, а здесь же очень гора воды нет, они шли штольней, без крепи даже. Ну, кого завалит, кого не завалит. Вот тут есть Артемьевская яма за Кайгородкой, там Артемьев лежит до сих пор. Завалило его. И вот они, значит, шли дудкой, доходят до этой дудки. А еще ведь что интересно, вот вы наблюдайте. Отвал это вроде бы без... Ты вот начинаешь работать жилу и сыплешь отвал. А жила-то пошла, может быть, под твой отвал. Так не перебирать же его заново. Они под землей и шли аортами. И вот этими аортами потом, значит, дальше уже становилось опасно или еще лишняя работа. Они чувствуют, что скоро занорыш, снова новую дудку. И выходили на эти занорыши. И вот если отвал искать, чтобы, как говорится, дедовские хоть что-то, что они выбросили, это же было в мокроте, там, все это в земле, не каждый камень добудешь, да еще часть все равно уходила. Уходила, но я считаю, что... Когда вдруг годы были, когда не шел камень, они сами перемывали, перебирали отвалы. Почему? А потому что у них было безотходное производство. То есть вот Калугин был в Нижнем Тагиле, знаменитый коллекционер, одна из лучших коллекций была у него тут на Урале. Потом еще в Свердловске было масса коллекционеров. Было такое общество УОЛИ, Уральское общество любителей естествознания, которые выпускали свои книги, свои журналы, карты. Слышали, наверное, про Оля. Сейчас оно возродилось, это общество. И вот они, значит, тоже собирали коллекции камней. И вот наш краеведческий музей организован был как раз у Оля. Вот этим вот первые образцы, первый музей. Вот. И, значит, получалось что?
что, во-первых, были, помните, эти горки делали, так? А на горке шли какие камни? Конечно, те, которые в огранку не пустишь, которые форма более-менее ничего, они, значит, ляпали из теста, добавляли там всякую холеру, и на основе деревянной площадки, деревянной веточки, и обклеивали этими. Эти были горки, значит. Другая часть шла, коллекционки для институтов, для школ, для музеев, значит, делали коллекции. Тоже камни, которые, значит... И отдельно штуфы, некоторые штуфы стоили дороже, чем, например, ограночный камень. Особенно вот здесь есть речка Крутая за Мурзинкой. Там не было таких ювелирных самоцветов, но зато были штуфы эстетические очень. И они очень ценились, и за них давали большие деньги, потому что она как сама как красота. И то есть получалось, что... часть камней шла в огранку, часть на коллекции, часть на горки. Все получается, все шло в дело. Потому что работая в такой, извини меня, выкидывать камень, конечно, это... Вот министерская яма знаменитая Турмалинова, она вся перемыта дедами. Там нечего искать. Черный турмалин найдешь, а хорошего навряд ли. Ну там, да. Там лестница гнилая, я лазил туда.